Ирина Балашова была замужем за Николаем уже 15 лет. Пара занималась цветочным бизнесом, и с годами супруги стали обеспеченными людьми. Николай и Ирина всегда мечтали стать родителями. Но несколько попыток Ирины выносить ребенка закончились неудачно. Врачи сказали женщине, что она не сможет стать матерью. И новые попытки забеременеть опасны для ее здоровья. Вызванный ею врач прописал Марте полный покой. Ее поместили в стационар. А супруги Балашовы решили помочь сыну женщины финансово. Они перевели на счет матери Марты значительную сумму. Дениса лишили практики и через суд обязали вернуть деньги семье Балашовых. Николай и Ирина вскоре после описанного случая усыновили 6-летнюю девочку. Они назвали ее в честь матери Ирины, хотя даже не подозревали, что это именно ее дух помогал супругам спастись от беды.